наше официальное сообщество «Русское радио» ВКонтакте и в Одноклассниках. Там опубликован соответствующий пост. Видимо, это по карточке. Под ней пишите все ваши сообщения. И наш телеграм-канал «Русское радио». Добро пожаловать. Ну, вы уже такие активные, несмотря на то, что у вас воскресенье на дворе. Пишите, это же хорошо. Максим Фрэнки в телеграме пишет: «Добрый день, любимое «Русское радио». Передаю привет своему городу Рязань и всем своим друзьям и ведущим «Русского радио». Хорошо. Наталья пишет: «Добрый день, дорогое «Русское радио». Хочу передать привет и поздравить с днем рождения Надежду Мури. Надюшка, женского счастья, здоровья и всего самого хорошего, семья Пимаховых». Панк-паук, очень любопытный. Ник: «Добрый день, хочу передать привет городу Тихорецк». Есть. И еще одно сообщение от Евгении. «Летят мои поздравления из Петербурга в Мурманск. Боди, Леша, с днем рождения. Любимому радио успехов».